три точки, а четыре. Первая конструкция. Отрезок АВ в два раза больше. Два варианта. Два варианта. Замечательно. Их надо оба нарисовать. Оба эти варианта надо нарисовать. А, С в середине. Здесь, так сказать, единица, да? Тогда АВ это двойка, БС это единица. Отлично, такой вариант возможен. Дальше. Второй вариант это сначала В, потом А, а потом С. Между А и В сколько? Два. Между А и С? Один. Тогда АВ это два. Не получается, потому что BC у тебя это 3. Картинка неверна. Хорошо. А B это 2, BC это 1. А что, молодец, все правильно. Два варианта придумал. Спасибо. Может ли точка C лежать с этой стороны? Нет, потому что тогда АВ будет маленькое, а BC большое. А должно быть наоборот. Значит, два варианта нам здесь нарисовали. Отлично. А вот, между прочим, вторую задачу, господа, сегодня уже решили. Единственное, там буквы по-другому назывались. Поэтому я вас очень прошу нарисовать сейчас картинку с правильными названиями букв. На правой доске у нас было, что один отрезок в полтора раза больше другого. Но там была какая-то буква С, а сейчас у нас вместо нее Д. Справитесь? Я понимаю, надо нарисовать картинку, заменив букву С на букву Д. Кто не побоится это сделать? Числа надо писать поменьше, потому что там в одном случае написано 6 и 4. Наверное, лучше вместо этого написать числа поменьше какие-нибудь, да? Полтора и один. Ну, 4 и 2. Они будут целые, но не сократимые. Правильно пиши? 3 и 2. Здесь 3. Здесь 2. Нет, здесь не С. Ради этого и пишем. Здесь какая буква? Д. Д не так пишется. А, здесь Б. Так, и давай, последняя картинка. Разделить отрезок А, Д в отношении 1 к 2. Там, где С, надо написать Д. Нет, неверно. Там, где С, надо написать Д. Рассказываю, что от вас требуется. Совместить эти две картинки. А именно, нарисованы точки А, Б, С. Или второй вариант. Здесь у нас нарисованы точки А, Б, Д. Или второй вариант. Нужно нарисовать 4 варианта. А именно, совместить между собой верхнюю с верхней, или верхнюю с нижней, или нижнюю с верхней, или нижнюю с нижней. Это 4 разные картинки. Как только вы эти картинки совместите, у вас, соответственно, каждый раз получится свой ответ, как вот этой ситуации.